Добрый день, дорогие друзья! Канал Дядя Слава, я Славка, вы мои подписчики. Сразу даю, давай, в пятюньку, приготовься. Оп! Пятюньку получил. Ну, давай еще разок, мало ли кто не успел. Пятюню раз, оп, молодец. Прям почувствовал, что ты прям потянулся тоже дать пятюньку. Молодец, красавчик. С моим монитор только не сломай. А это игра на очереди у нас. Радмир, РП. Да, денег у меня нет, ни хрена все раздал в прошлый раз, когда машины покупали, что-то я стал прям бомжом. На счету только 9 тысяч. И ни хрена больше нету. Что делать-то будем, я не знаю. Работать не хочется, гитарка у меня вот вон там, вот за мной гитара лежит. Но играть что-то прям тоже не хочется, не в кайф. На гитаре сегодня. Даже без понятия, что можно сделать. Давайте потусим, что ли, пойдем в какой-нибудь банде. О, может нас это... О, мотоцикл ничей, да? Ничейный? Блядь, зайти не могу. А уже и кушать скоро хочется. Пойдем в банк сначала зайдем. Да, такие вот дела. Давно не был я в этом сказочном городе Арзамас. Бежим, бежим. Тут говорят, изменения произошли. Рублевки перенесли, дома построили, южные изменили. А я даже и не видел ни разу. Ну, я смотреть и не хочу, в принципе. Мне это не особо интересно. Мне нравится просто взаимодействовать здесь с игроками. Так, банк? Банк. Блин, чаечек я не налил себе, к сожалению. Ну и ладно. Понятно. Придется зарабатывать деньги все-таки. Потому что даже в казик я зайти не могу. Уровень у меня какой? Второй. Понятно. Все еще хуже, чем я думал. Кроме как водителем автобуса, работать я не могу. Поэтому придется делать то, что я умею больше всего. А что я умею делать больше всего? Правильно, играть на гитаре. Арзамас, Плаза. Значит, арендуем скутер и погнали вперед. Где-нибудь зарабатывать свои кровные личные деньги. Эти еще гоняют здесь по кругу постоянно. Так, расставленный уровень мы же можем покушать сразу, да? По-моему, там до третьего уровня бесплатная еда. А мы П-коди должны вести. П-коди. Давай деньгами свои. Мне нужны деньги. Да какой ты, блядь? Радмир. О, я уже использовал, да? FW Story тогда. Ну ладно, наград нету, а если через меню? Тоже нет нигде, да? Посмотри, документы, достижения, к пропуску, задания. Ну и хрен с ним. Да закройся ты, карта. Пойдем покушаем. Блять, носом в асфальт это должно быть. Прям больно. Кушай, кушай, дорогой. Тебе надо сил набираться. Сейчас будем играть на гитаре. А, я медиатор. А, медиатор у меня здесь. Бери. Вы уронили. Ну, блядь, молодец, бомж, давай. Опять уронил свой поднос? Вот, наелся. Поехали в казино. Казино, наверное, какое будет у нас? Давай юшки там. Да, блядь, да понятно. Ну, зачем ты меня так? А где? Где мотоциклы? О!
Она дымится, она сломана, конечно. А здесь раньше были скутеры, а теперь я не вижу. А вот, вот это, блядь, я слепой. А, у меня даже денег на скутер нет. Здорово, здорово, Артемчик, здравствуй. Нет, у меня денег нет, какой мне рюкзак. Есть бесплатно, давай. Давай бесплатно мне рюкзак. Хочу вот прям рюкзак в подарок получить. А, ну сорян тогда. Мне интересно нас с такими разговаривать. Блядь, да ёшки-то далеко бежать, что делать-то будем? Джонни, стой! Подвези до юшки. Хе-хе, не дает. Давайте ловить это такси. Хули делать? Ой, такси. Автостопом давай. Докуда мы доберемся? Сейчас прям будем там на кольце ловить автостопом машину. Правда, время у меня 22:44, я прям выбираю моменты, когда записывать. Ну, блядь, у меня так получается ночью записывать. Я днем, блядь, работаю, там, не знаю, с друзьями время провожу, с девушкой гуляю. Как я, блядь, могу? Днем, я не знаю, днем как... Я понимаю, что в игру в эту днем в основном играют, потому что играют в основном такие, от 7 до 25. Так, где голосование? Джей, персонаж, анимация, стойка, голосование. Да нету, да что я будем сидеть? Нету, народу мало. Бегом пошли тогда. Я деньги с банка снять не могу, потому что нужно подтверждать, оказывается. А подтверждать это мне лень, это надо сейчас сворачивать игру. Короче, много действий. Да. Чаечек я зря взял. Не взял. Потому что если играть на гитаре, и если даже придется петь, то, к сожалению, может сразу зажать тогда буковку У. Нет, тогда он будет слушать все, то, что я болтаю. Вон там кто-то стоит. О, скутер! Мы знаем баг со скутером. Чего? А что, ты не работаешь, что ли? Ну, раньше же был баг. Ясно, ясно, все. Добрый человек решил меня подвести? Нет. Он не решил меня подвести. Хуя себе. Блять, голос был очень-очень знакомый. Но я сомневаюсь, что он тут у меня что-то комары летают в последнее время. Ужас. Когда на нижних этажах живешь, прям комаров, прям до хера и больше. Что это такое? Владелец Валерия Блэк. Понятно. Куда бежим мы с тобой? Куда? Не, нам машину бы какую-нибудь, да? О, нас подвезти хотят. Здрасте. А в юшку едете, нет? Не, в банду я не хочу, а вот в юшку я хочу попасть. Ну, я не хочу ему писать. Большое спасибо. Банда Каспер Компани. Я даже не знаю такую банду. Давно я в Радмир не играл. Я знаю старые банды, какие здесь были на шестом сервере. Батин, конечно, пингует. 276 ID. Вот мы сразу и добрались. А вы переживали, что я буду пешком до юшки идти.
Нет, смотри прям. О, у него микрофон есть. Да я вижу, да. Блядь, он что-то еще пишет. Да ладно, мне не надо писать. Ну зачем ты пишешь? А, он не пишет? Ну ладно, может он кому-то другому писал? Мио Акьямо. А сейчас X3 действует, да? Это мы сейчас быстренько наберем 5-й левел какой-нибудь. Сейчас через 10 минут меня повысит явно до 3-го левела. Ой. Бля, как Радмир меняется прямо, на глазах. Я сейчас юшку не узнаю, как она выглядит. Я знаю, что Казик перенесли вместо химзавода теперь он. Тут какие-то развязки, или это я уже все крыша едет? Да не было этой развязки, по-моему. О, он отвис, неужели? Так. Сейчас он скажет, куда тебе, да? Блять, он лагает, это же... Легче пешком пойти, по-моему, он вылетел, все. Да не, пешком, конечно, мы долго будем идти. Куда тебе, да? Ой, бля. Ой. Ой, ой. 777, ауе, ну ты прям. Давай, спасибо тебе большое, что подвез, спасибо. Оп, и прям, и сразу в кусты. Славка всегда по лесам в кустах. Стратегия Скайрима, да, скрытно. Через кусты там, хова, напал на кого-то, убил и забрал его бабки. Кстати, по идее, да, если ты носишь с собой какие-то бабки, почему бы тебя не грохнуть и нельзя, возможно, забирать их? А эти двери открываются, спорим, ты не знал. Оп, и можно подняться, погулять там по всем этажам. А и тут открыто тоже, да ладно, хуй с ним. Казик пропал. Теперь на его месте... Что на его месте? На его месте заправку поставили на заезде. Газком. Все заправляются здесь. Газком. Хорошее, кстати, место расположения заправки. Бизнес должен прям попереть. Бля, как мы в казик зайдем? Надо зарабатывать на казик бабки. Не знаю. Арташ. А если бы они у меня были бы? Он меня чуть не сбил, конечно, молодец. Ездок еще тот. Я даже механиком работать не могу. Я слишком глуп и туп для того, чтобы... Бля! Чуть не упал. Точнее, упал. Казино Рояль. А вход, конечно, платный, да? И мало народу. Все внутри. Где вход? Может, мне кто-нибудь даст денежку, нет? Ой, что, начинаем операцию? Сейчас, секунду, ребят.
Ой, как же без гитарки-то моей? Ай! Ой! Ой! Настроено вроде бы, да? Сейчас будем зарабатывать деньги. Раз, раз. На пидорас. Чё ты мигаешь? Чё такое? Что такое? Здравствуйте. Денежку не подкинете на вход в казино? Чё себе? Секунду, типа? Ещё раз покажи, подожди, что... Да я говорю, денежку на вход в казино не подкинете? А сколько тебе надо? Ну сколько там вход? 5000? 5000 мне надо. У меня просто подтверждение. Спасибо тебе большое. Сколько там? 1000, если еще есть, я сейчас в казино зайду туда. Спасибо тебе большое. А зачем тебе в казино-то заходить? Поработать. В смысле? Ну, музыкант я, работаю там. Захожу, играю песенки, люди платят деньги. А, да? Да. Прикольно. Ладно, удачи. Тогда. Давай, спасибо, пошел я, спасибо. Ебать. Да, здравствуй, здравствуй. А? Что, споем вместе? Мне тоже нравится. Максимка, иди сюда на Я сегодня буду как оркестр живой в казино. Вот Максим по Украине. Можешь чем-то писать? Подходим, слушаем музычку. За ко мне подойдет. Да, если я подниму, нормально подкину. Спасибо. А, вот. Кстати, вот Никитос, про которого Петика я тебе говорил. Вот он, сука. На ваших глазах, кстати. Телерадиопродакшн. Все, все. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас играем на гитаре. Живая музыка прямо в казино. Подходим, слушаем. Я вас не слышу, играю только на гитаре. Принимаю ваши пожертвования. Таким образом я зарабатываю на жизнь. Спасибо большое. Благодарю. Вдвоем с тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфетки ешь. И светит фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову в кабак, конечно. Восьмиклассница. Подходим, подходим, живая музыка прямо в казино на входе. Потушен полностью свет, и на трильяже твоей косметики нет. Никто не встречает, и на зеркале пыль. И вот я ложусь спать снова один.
Спасибо, спасибо, спасибо. Я надеюсь, что кому-то не жалко, кто-то пожертвует денежку бомжу, который играет на гитаре. Ну-ка, сейчас попробуем другую песню. Я копаюсь на помойке, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк, моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я побираюсь. Кому нужен, я слова забыл. Кому нужен старый никудышный дед. Я бычок затяну, горький дым подтяну. Домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, хоть и кушать охота порой. Потом перейду, все. Жаль, что меня в том доме нет. Там живет девушка с ангельским лицом. А у меня счета, к сожалению, нет. Я давно, давно в нее влюблен. Веснушки на щеках, зеленый глаза, золотистый цвет волос. Ты дитя огня. Здравствуйте, здравствуйте. Веснушки на щеках, зеленые глаза. Не могу играть на гитаре. Золотистый цвет волос. Я без ума от тебя. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, что бы сыграть еще у нас, например? Так, вспоминаем песенки все. Чё, голову? Да я же играл пачку себе. Да? Прими, Слав. Сейчас, секундочку. Дарю. Спасибо. Надень на неё. А чё ты ему подарил? Чё подарил? Шляпу медведя. О, неплохо. Я не знаю, она, по-моему, 1200 стоит где-то. Да не, она 40 тысяч на прилавках стоит. Уже. Ну, она красивая теперь. Такая, пойди. С головой медведя буду играть теперь. Давай, давай. Так, пачка сигарет же у нас там была. Ой, не-не-не-не-не, случайно. Это меня уже, да? Это меня замутили, музыка в голосовой чат. По-моему, это меня замутили. Не тебя, не тебя. Я уже понял. Сейчас мы переоденемся, ребят. Нам сразу... А, нам маску отдали. Священника. Нет, священника я не хочу одеваться. Пойдем. Всем спасибо за концерт. Смотри, мы заработали 185 тысяч во второй же день. Славка, как у чела в Паши технике ник был, не помнишь? Нет, о, Келвин, здорово, братишка. Ой, Келвин, блядь.
Кевин, здорово. Ты по ляму? Так, я пошел, ребят, спасибо. Давай. А по сколько? Так, куда я теперь мы можем идти? 185 тысяч заработали. Честным трудом немножко поиграли, там не все песни до конца, но мы все-таки поиграли. Так, что это у меня тут сидит? Всякая хрень на мониторе сидит, представляешь, комары всякие, песенки. Припарковались так нагло, прям, знаешь, заехали. Так, а теперь у нас деньги есть, давайте купим машину все-таки себе. Потому что пешком ходить, ну, блядь, ну, такое себе. А вы что, сдохли здесь, нет? Кендер. Давай, сейчас Славка себе машину купит сразу же. Блядь, размазал, комара размазал по монитору, что за хрень? Я даже не знаю, как это видео теперь выпускать. Потому что там будет однообразно это, экран будет, потому что я стою. Перематывать это я не знаю. Ускорять, ну, такое себе. 185 тысяч, что можем купить на 185 тысяч? Будешь, ну, хоть машинку надо взять. Может, мы еще там поиграем, на машину подарят. Ну, ребята скинулись, молодцы, послушали песенки. Надо, короче, знаешь, что сделать, чтобы было более интересно? Вот тут у меня тут еще второй монитор поставить. На нем открывать аккорды песен. Они говорят, заказывают песню какую-нибудь. Я могу играть. Но Радмир, это не для того, чтобы играть. Потому что вот ты, например, будешь смотреть на меня и скажешь, ну хуя ты играешь, зачем? Это, блядь. Ну мы сюда же не сядем, да? Да, они пофиксили. Нам надо на Баунисского. А Баунисского это, как далеко ехать. Это прям да. Они спрашивают, сколько тебе лет? А зачем это реально знать? Ну много мне лет, много. Старенький я уже для Ютуба. Залез в такую тему. Это мне тоже друзья говорят, давай иди в Ютуб. Я такой, ну не знаю. Он говорит, давай иди. И вот я пошел в Ютубчик. Так, мне нужно арендовать машину. Где я могу ее взять? Почему в Юшке больше нету машин? Наверное, если бы я счет бы кому-то говорил, они бы мне бы скидывали бы на счет. И там были бы суммы неплохие, но я не хочу. Это надо сейчас идти, подтверждать почту свою. Смотри, я не вижу ни одного этого. Машины ни одной арендовали, чтобы арендовать. Ты, блядь, самолет, смотри, самолет взлетает. Блядь, исчез. Нам сейчас идти в Батарево надо. А ночью, наверное, уже никто и не продает никакую технику, да? Это что-то здесь стоит такая. Ну это продает. Хуя себе, чуть не сбил. Пролетел. Вы должны начать рабочий день транспортной компании. У меня уровень не позволяет. У меня уже третий уровень, кстати. Ух ты. Теперь я есть уже не могу бесплатную еду. Где? Блядь, сколько мороз у меня здесь. А ну иди сюда. Блин. Походу я сегодня будет веселая ночка. Надо покупать жидкость от комаров. Потому что приходится закрывать. О, добрый вечер, господа. Хотите? Нет, нет никого, да? Я уж думаю, мне там сыграть песенки. Я, к сожалению, не настроил камеру, потому что вот на гитаре играть я могу играть, и меня не видно будет. Поэтому, да, еще неудобно. У меня вот здесь уже стол, я гитару вот здесь держу, прям вот между собой, вот стол. Вот я, вот стол. Вот тут гитара, и попробуй вот так играй. У тебя расстояние для руки прям маленькое, чтобы играть. И поэтому некоторые ноты ты бываешь ошибаешься, не попадаешь. Это очень тяжело. Поэтому всегда музыкальный стрим, записка камера далеко, ты на стуле сидишь, свободно играешь. А здесь прям да. О, фура едет, битком набитая, потому что еле едет. У нас уже час идет стрим. Давайте купим машину. И на этом я закончу. Ой, стрим, говорю, запись идет, час у меня. Сейчас купим машину, и на этом мы все, я закончу уже, и все. Я копаюсь на помойке, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк.
Потому что да, я теперь я понимаю некоторых, вот кто на стримах играет обычно всякие игры, музыку. Я понимаю, почему они иногда ошибаются, там какие-то вещи не замечают в играх. А потому что волнуешься, особенно когда на гитаре играешь, даже если вот перед детьми, даже перед любым человеком играешь на гитаре, все равно это волнуешься, потому что а вдруг ты ошибешься, не ту ноту возьмешь, еще что-нибудь. Поэтому да, это тяжело. И, например, даже я на гитаре играю, я хочу звук настроить, у них звук-то плохой. Они слышат через микрофон, я не обработанный. Я бы хотел бы настроить звук, у меня есть специальная программа. Но это нужно время. Кто-то едет, но вряд ли меня довезут. Блин, до Батырева бежать, это аж прям, ой-ой-ой. Вон машина стоит, хоть бы она открыта была, а. Мы туда возьмем себе тачку, доедем. А своя машина нужна все-таки, да. Квартира не знаю, может что-нибудь подселят. Но вот машина нужна прям позарез. А ты случайно не в Батырево едешь? А туда кинешь, может, до Батырева? Я там ДБУ Низкого хочу. Да, я хочу машину посмотреть в Низком. Спасибо. Мне за... Диски продает. Я продаю как раз диски. И почем? Если мы доедем, конечно. Вон за нами погоня. Видимо, они тоже хотят машину купить. Твою. Че, они уехали, нет? На-на! Ой, блядь, влетели в дерево. Согласен. У меня будет десяточка, я куплю себе десятку с дисками. Ну, конечно, мне дорого ее продаст. Я не думаю, что там прям по дешевке прям. Ну, посмотрим, что. Ездок от Бога. Она даже без номеров, смотри, а. Так, мне машину купить, а потом я ее пойду. На вокзале, наверное, я ее. Я себе. Полями, полями едем. Вы этого не видели? Он просто торопится тачку продать. Иди, говорит, я сейчас там. Я в курсе, что там. Вы прям сколько машин здесь? Бля, ебать. Шаху, блядь, пацаны по чударам отдал, нахуй. Я ее, блядь, я в казике, блядь, бабок поднял, нахуй, пошел ее, блядь, салоны купил, сделал. Да и сегодня, блядь, утром так. Поднял, нахуй, днем все слил, блядь, потом почему осталось... Ты потом осталась квартира, блядь. Я за лям продал, нахуй, пошел в казик, водку на рулетке, блядь. 11 миллионов поднял, нахуй. Возьми себе, нахуй, приору, сделай. Покупал за 120, давай за 90. Ну давай, а что, на Ньютюн добавили или что? На приору? Да, или нет? Ну, зачем смотри, я на приору, блядь, что на приоре можно сменить? На приоре можно, короче, поменять, ну, тонер захуярить, диск можно. Ну, это понятно.
Потом, блядь, стробоскопы можно поставить. Да, давай. Серьезно? Что? А стробоскопы светятся или нет? Да, они светятся. Какие, он белым или синий и красным? Синий и красный. Нихуя себе, надо, блядь, я пойду делать нахуй. Сделаю. Черные, вот стрип черный. Пиздец. Блядь, ты здесь будешь? Сейчас я напишу на сразу. Блядь, сейчас, блядь, через полчаса я тебя пригоню нахуй, охуеешь, блядь. Да я себе машину. Что будешь делать? Я не передаю. Ты че? А ты какую тачку делать будешь? Да вот приору, вот продать, ты что продашь, слышь? Ну за сколько ты возьмешь? За 100. Ну какие 100? Так, не буду я с ними играть, торговаться, нахрен не нужны. Так, а как оно у нас, где оно у нас появляется? Сюда, Артём. Давай, пойдём. Наш кар, да, у нас же кар загрузить. Ты куда? Ой. Ну, тачку за... Ты будешь её продавать? Да. Так, слэшкар. Так, всё верно делаем, да? Да, где она? О! Открываем её. Вот он, бежит, садись. Давай. Поехали. А я закрыл. Теперь мы едем в Арзамас. У меня мало, 90 тысяч всего. Да я и не работаю, мне деньги так дают. Нормально. Я уличный музыкант, я на улице играю, а мне деньги дают. Может, меня найдешь на ютубчике, и себя найдешь на ютубчике. Сейчас я ему напишу. Славка гейм. Славка гейм вбиваешь и меня находишь там. Спасибо. Рад тебе что-нибудь сыграть. Чтоб не просто так деньги давал, а музыку тебе сыграть. Сейчас мы довезем до Арзамаса. Куда тебе именно в Арзамасе? Эх ты ж, бля. Отель Арзамаса, все вспомнил. Они так и любят, да, десятки таранить. То тебя таранили. Красавчик. У меня мало подписчиков, там 80 человек всего. Спасибо. Парнишка молодец. Я его нашел на дороге, он меня довез до рынка. Че, блядь, машина у тебя заколдованная? Пока мы ехали, в нее врезались. И это че врезается? Я сейчас удивлюсь, если еще кто-нибудь врежется.
поздравляю. Так, у нас отель где? Здесь находится вроде, да? Или я ошибаюсь? Купил заколдованную тачку. Спасибо. Это отель же, я так понимаю. А, нет, я ошибся, это не отель. Просто Арзамас изменили, я уже не узнаю его. Давай, до свидания, тебе спасибо. Продал ютуберу машину, красавчик. Вон он отель. Я понял, а мы идем парковать, наверное, в Арзамасе у вокзала тачку, потому что мы чаще там попадаем, появляемся. Но я боюсь, что мы теперь третий левел, мы теперь будем в юшке попадаться. Так, теперь мы должны действовать правилам. Паркуемся. Где будем парковаться? Так. Здрасте. А, здесь безопасная зона. А что, здесь нельзя больше машин? Раньше здесь не было безопасной зоны. Я вот здесь вот так раньше торопил. Ну-ка. Слэш парк. О, красава. Транспорт припаркован. Все, зашибись, ребят. Я думаю, ну такой себе стримчик был. Заработок опять и покупка тачки. На машину заработали, понимаешь? Вот поиграл на гитаре. Вот так уличные музыканты, в принципе, зарабатывают. Они на гитаре поиграют на улице. Да иди ты отсюда. И все. Ладно, время, ролик уже идет час с чем-то. Идет сюда. Ай! Сорян, микрофон упал. У меня комары летают здесь. Ладно, ребят, с вами был Дядя Слава. Канал Дядя Слава. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, что вы хотите увидеть в Радмире, все это будет. Я не буду больше играть на гитаре. Хотя, может, это вам интересно, тогда да, тогда я смогу поиграть. А так, я думаю, ну кому интересно смотреть, как я тут сижу и играю на гитаре, ну не знаю. В общем, удачи, до скорого, и дальше будет только интереснее. Пока!